Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Общий ПИБ просел с начала года на 27%. Такие данные приводит Кировстат по итогам периода с января по май 2020 в сравнении с тем же периодом 2019 года. В мае вообще оборот общепита составил лишь 40% от цифры за май 2019. Но по сравнению с апрелем 2020 в мае цифра выросла на 10%. Падение оборота пищевых продуктов в целом не столь значительное, лишь 3,5% по сравнению с маем 2019. Программа «Экономика». В два раза упала собираемость НДС. С начала года в Кировской области не смогли собрать более 1,5 миллиарда рублей из-за снижения товарооборота. Всего налогов не собрано порядка 4 миллиардов. От плана поступило 13 миллиардов. Меньше всего из-за коронавируса пострадал НДФЛ. За 4 месяца собрано на 4,5% меньше, чем в прошлом году за то же время. Эксперты связывают это с тем, что большая часть предприятий ответственно отнеслась к уплате этого вида налога. Налог на прибыль не уплачен на треть, преимущественно за счет снижения прибыли по крупнейшим налогоплательщикам. 8 системообразующих предприятий за 2019 и первый квартал 2020 года снизили платежи на 600 миллионов. Поступления по спецрежимам от малого бизнеса сократились почти на 20%. Цифра еще может измениться, поскольку для предпринимателей продлили сроки уплаты налогов. Экономика на 101 FM. У кировчанина в счет долгов конфисковали дивиденды по акциям. Он должен был по кредитам почти 2 миллиона рублей. Судебные приставы нашли у него обыкновенные и привилегированные акции одного из стратегических промышленных предприятий Кировской области. Их сначала арестовали, а затем продали. Кроме того, судебные приставы получили дивиденды по арестованным акциям, которые должнику не выплатили за период с 15 по 18 год. Все деньги, по информации пресс-службы Кировского управления службы судебных приставов, перечислены взыскателю кредитной организации. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 69,48, курс евро 77 рублей 83 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.